«Нарисуй жизнь». Акцию под таким названием провели в Запорожье. Активисты вышли на улицу города, чтобы убрать рекламу наркотиков со стен домов. Таких надписей с интернет-адресами, по которым свободно можно купить запрещенное зелье, в городе сотни. Вооружившись баллончиками с краской, граффити зарисовали. Подобную акцию провели и в Черновцах. Там общественники решили спрятать надпись под картинами. Часто запрещенную рекламу распространители наркотиков оставляют не только на домах, но и в фасадах магазинов. В Запорожье бороться с этим обязали владельцев торговых точек. Если не примут меры, бизнесменов могут оштрафовать на 1500 гривен за нарушение правил благоустройства. И, кстати, вот на настоящее время я вижу все больше и больше таких надписей закрашены. То есть люди, может, сами сознательность проявляют, сами их закрашивают.